место работы. Всем привет! Собираешься маму в Москву перевозить? Ну, пока как бы, ну, мама особо от Москвы не кайфует. Поэтому пока этот вопрос в воздухе. Леро Фрост. Здрасте. Рому, Марину, да, мы виделись с Ромкой, с Мариной. У вас есть парень? Уже домой? Нет, я еду на, пусть говорят, на съемку. У меня съемка сейчас на Первом канале. Я со свадьбы сейчас еду на Первый канал, на пусть говорят. Линзы одеты? Да, но я их так хочу снять, мне так неудобно. Луган, здрасте. Есть какие-то комплексы? Нет. Челябинск, здрасте. Кто на фото? Вот как хуяска, какая ряска. Отметка на фотографии. Что за вы за люди, которые кто пишет, пусть говорят. Привет, Эдгар! Мы когда уже, блин, встретимся? Мы сколько уже год собираемся увидеться? Глаза просто огонь. Я не знаю, огонь не огонь, я просто вот еду за рулем, и у меня все, знаете, так, мутноватенько. Будешь соведущий? Какой соведущий? Да, если вы насчет Малахова, ну это желтая пресса, мутанули какую-то тему. Тема съемок, я особо не вникала, там, как всегда, кого-то убили, кого-то изнасиловали. Ты без меня едешь на первую, да? Я сегодня сама буду всех рвать! То, блин, вы знаете этот Адам? Вы меня этот с охраной тогда остановили, понимаешь? Не дали сделать, что я хотела. Книгу сейчас какую читаю? Perfect You. Ну, сейчас не читаю, сейчас как-то у меня вообще дни какие-то насыщенные пошли, мне сейчас не до этого. Вообще на сегодня похожа, красотка. Спасибо. Слышь, что за комплимент? Тема, я не знаю, я не вдаюсь никогда в подробности. Приезжаю уже, походу, узнаю все. Губы качала? Нет. Уже года два губы не трогаю. Карчик, давай реально что-нибудь придумаем, может, на недельке на следующий найдемся, хоть миллион лет не виделись. Образ четкий, спасибо, братишка. Тему на ходу придумаешь. Да там не моя тема, я в экспертах посижу. Умные речи толкну. Как котенок? Котенок отлично поживает. Как относишься? Боже, ну не люблю вопросы, которые задаются насчет каких-то людей. Как это? Два без проблем. Все, на связи будем. Я тебе WhatsApp маякну. Лучше. Манзимбам. Поздняя, конечно, съемка. Да, в 10 вечера мотор, сейчас 9. В смысле, чья рубашка? Вы что, долбанут? Я обиделся, ты без меня сегодня поехала на первый. Но там сегодня бить я никого не буду, поэтому все безопасно. Так, а ну куда? Ну ладно, сейчас пойду уже прямо, ладно. Маяч, маякну. В облака поедешь? Я думаю, заеду, да. Но мне вопрос, во сколько я закончу сегодня, во сколько съемки закончится. Мне еще надо машину домой поехать поставить. А что без мата? Вы хотите услышать пиздец нахуй, блядь, или что от меня, а? Береги себя. Спасибо, дорогой. Все взаимно.
На первом пусть говорят. Регионе не выявлен, подчеркивает Интерфакс. Накануне стало известно, что по всей стране на карантин по гриппу и ОРВИ закрылись почти 5000 школ. Еще почти в 5000 образовательных учреждений закрыты на карантин отдельные классы. Нихуя себе! Нормально, я тебе хочу сказать. Но и без мужчины я охуенно себя чувствую. Про тебя вчера. Боже, я таких не знаю. Свадьба прошла отлично, все классно, но я позже приехала, потому что я немного опоздала и раньше уехала, потому что мне нужно на эфир. Кахну видео. Какого хуя она в нормальном обществе быть не может.
Съемкой, а либо перед облаками сниму, потому что ну реально некомфортно, блин. Ну красиво, очень красиво, реально, но, блядь, не могу я что-то. Свадьба была Ленина, Лены. Во Львове. Я, кстати, во Львове никогда не была. Я уверена, что когда-то я там буду. Но это не в ближайшее время однозначно. Как начать зарабатывать самой? Я работала на фэшн-виках с 16 лет. По 30 баксов зарабатывала. 30 или 40 лет. Были попытки бросить курить? Да так как таковых таких и не было. Ну, как бы нет, ну что-то я пыталась, но... Молодец с характером. Блять, не могу, неудобно в линзах, пипец. Луганск не тянет, а что меня должно затянуть? Я там уже не живу. Сколько лет? Практически 10 лет. Моделью работала, да? В Грозный приезжаем. Может быть, занесет как-нибудь в Грозный. Тебе не идут такие ресницы? Нихуя себе ты этот... Стилист 80-го левела. Привет из Украины, Днепра. Днепр, здрасте. За рулем сама сейчас, да, сама? Да, эфир сохраню. Насчет жилья, машины, денег, работы и таких моментов каких-то я не говорю, и насчет личной жизни не рассказываю. Мне 26. Привет! Красиво, не могу счастья, Лерка. Спасибо огромное, все взаимно. Если бы еще кота увидела, забрала бы. Не, ну если в таком состоянии он был, в котором был мой, то забрала бы и потом уже точно пристроила. Сука, мудак, что творит, блядь? Те на ладах, блядь, гоняют, как, сука, блядь, на Ламборгини едет, блядь. Свадьбы на Первый канал, на эфир, пусть говорят.
лавок нигде нет. Так, не на пану, куда мы? Что-то такие тут катакомбы, такие катакомбы. Направо повернуть, говорите. Так, ша, так, красный свет, ладно. На мост, блин. Не, короче, все, я снимаю их нахер. А как их теперь снять, кто знает? Ай, блядь, как снять их? Так, я, наверное, на аварийку нахер стану, блядь, и все. Не могу снять. Ладно, там сниму, уже доеду, сниму. Пиздец, блин. Сняла. Фу, блядь, сняла вон они. Так, ладно, все, выкидываем их нахер. Блядь, они в машину выпали. О, я вижу этот мир, бля. Как мне хорошо, твою мать. О! Такое. Такое ощущение, как будто, сука, я только что испытала 10 оргазмов, блядь. О! Фух. О, как хорошо, вы не представляете. Я даже в туалет перехотела. О, я вижу все. Слава богу. Пожалуйста. Красота красотой, блядь, но я чувствую, что я ничего реально не видела. А теперь мои черные глаза. Не, ну с таким мейком, с такими глазами тоже нормально, под такой мейк. Фух. Глаза дышат, не говорите. Зависло или сейчас нормально? Нормально меня видно, слышно? Да, ну все, класс. А теперь мы можем с вами петь песни. Никому глаза не отражу. Кто сказал? В каком возрасте ты считаешь нормально первый раз? У меня первый раз был в 18 лет, поэтому я считаю, что это однозначно нужно уже в нормальном сознательном возрасте, чтобы был первый раз, потому что первый раз — это большой отпечаток на всю жизнь. Выдают одежду на передачу? Нет, конечно. Rolls-Royce у нее. А где вы видели, что я какие-то заявления делала, что Rolls-Royce? У меня. А? Вопрос. Вот мне нравятся такие люди, которые типа пытаются подъебать. У вас опыта не хватит меня подъебать, малыши. Карандаши. Далеко. Никому глаза не вру. Почему тебя не приглашают на Дом 2? Меня не приглашают на Дом 2. Вы что, гоните? Я одних трубки не беру уже сколько. Я сказала мне не звонить. Меня в этом пиздеце уже точно не будет, блядь. Вы что?
Ты уверена, что опыта не хватит? Неземной, не хватит опыта, не хватит. Здорово. Самара, здрасте. Скажи, как ты жила в Киеве? Всего начала свою яркую жизнь. Переехала 18 лет. Ну, уже окончательно. Училась, получала высшее образование. Тележурналистики. Параллельно снималась во многих проектах. Потом начали поступать предложения там от журналов. Потом работала на радио, собственную рубрику вела. Музыкальные телеканалы, Playboy и т.д. и т.п. Как-то все пошло-поехало. Добрый вечер, добрый вечер. Я диспетчер. Боже мой, бесконечная дорога. Я, кстати, что-то рановато еду, мне кажется. Что-то выехал заранее, потому что пробки. Мне кажется, я рано еду. Ну ладно. Почему ты не такая секси и не с тобой? Потому что я не с тобой. Ты всего добилась сама или тебе кто-то помог в Киеве? Я всегда... Не то, что... Понимаете? Помочь... Блядь, как могут помочь, так могут... И то, что могут дать, то могут и забрать. Поэтому всегда нужно добиваться всего самому, прежде всего. Чтобы быть самодостаточным человеком. Понимаете? Поэтому я всегда все делала сама. Потому что, чтобы мне потом... Какой-то Вася не сказал, да, это я тебе сделал, малышка. А я знаю, что я сама себе хозяйка прежде всего, понимаете? Автомат, ну, конечно, автомат. Мечтаешь ли жить за границей? Такого супер ярого желания у меня нет, то как жить сложится. Мне очень круто и комфортно в Москве, поэтому посмотрим. В Минске у тебя друзья? В Минске у меня Тёма Милевский. Близкий мой. Я не могу физически видеть все вопросы. За рулем не сиди в телефоне. Я Юлий Цезарь, могу все параллельно делать. Чего ты добилась сама, если... Слушай. Ты сейчас заблокируй, нахуй. Умничать будешь у себя в прямом эфире. Как начать действовать? Берешь, поднимаешь жопу и действуешь. Привет, крошка, в микс ходишь? Нет. Я не понимаю, такие места. С Африкой общаетесь? Я нормально отношусь к Марине, к Ромке. Я их сейчас видела, мы там переговорили, постояли, поболтали и все. Исправлять идешь Святого Валентина. Для меня День Святого Валентина это не праздник. Проезжай. Для меня День Святого Валентина это, ну, блин, не какой-то праздник. У меня каждый день праздник.
украинка. Беларусь буду, знаете, когда? Сейчас я скажу, когда, в начале марта буду. Первое тату. Надпись была тоненькая на спине. Just go ahead and your dream comes true. Что в переводе «иди только вперед, и сбудется твоя мечта». Но потом я ее забила большой надписью «Лера Фрост» и перебила эту надпись вот сюда. Потому что на спине странная тема. Бля, у меня же в багажнике, блядь, торты и все остальное. Думаю, что у меня там по багажнику летает? Фобии. Раньше боялась пауков. После Сейшел, ну, типа, этот страх переборола, потому что их там было везде. Я их потом ходила, купаюсь в душе, там лезет паук. Я его хуяк с кулаком, он умер, я дальше купалась. Поэтому с пауками у меня все, фобии. А так, мне кажется, я ничего не боюсь. Ну, вот в плане каких-то фобий нет такого что-то. Рада встретить меня. Ну, я когда буду в Минске, я скажу, у нас будет там съемка в Минске. Я скажу, где буду, кто захочет из Минска приезжайте, приходите. Подарок на 20. Мне очень сложно всегда мужчинам подарки как бы подбирать. Не знаю. Всегда нужно отталкиваться от каких-то личных пожеланий. Не знаю. В Ярославле не была. Но в ВТБ арена. Динамо! Да, я очень принципиально игнорирую. Любимая страна для отдыха. Если жаркие страны, то это однозначно Эмираты, Дубай. А если Европа, то Париж. Возможно, это потом будет Италия, потому что я в Италии не была, еще не знаю. Как бы назвала детей? Не знаю. Много всяких версий было. Бля, ну как можно ехать? Ты, сука, полосу не видишь, блядь. Или у тебя линзы надеты, как у меня, блядь. Или что с тобой? Самый дорогой подарок, ну, из последних, это браслет. Вот этот. 3,5 миллиона он стоит. Из последних браслет. Вы стимул для многих девушек. Очень приятно, очень часто получаю подобные сообщения. Спасибо. Греция. Да, вот возможно еще я бы вот на Санторини еще бы слетала. Ну не знаю. Сколько еще ехать? Уже недолго. Я уже где-то рядышком сейчас тут пару поворотиков проскочить и все. На чьей свадьбе была? Блядь, зайдите на фотографию крайнюю и отметку посмотрите. Неужели, вот, я не знаю, не прям сложно посмотреть? Зрение у меня 100%, у меня отличное зрение, у меня были для цвета глаз линзы надеты. Ну, я бы не сказала, что я в каком-то супер восторге. Ну, прикольно, есть свой какой-то прикол, классно. Но чтобы прям это мое любимое место было, я бы не сказала. Где работаешь? Я могу себе позволить не работать. Я могу себе позволить работать для Рэйф Рост. Я всегда так отвечаю. Так, куда мне? Почему я скажи, с чего начать, начинаешь тележурналистом, где себя светить? Все должно получаться естественно. У меня никогда не было цели себя засветить. Как-то все так по... Блин, ну что мне сюда навигатор сделал? Тупой навигатор. У меня не было никогда себя специально засветить. Я делала то, что мне нравится. То, что мне...
Опа. Блять, по автобуске еду. Содержанка. Блять, если бы я была содержанкой бы, я бы, знаете, как кайфовала бы. Блять, вот если бы у меня такой характер был бы содержанческий, было бы вообще замечательно. Я, блядь, не на мой характер, не то, что быть, сидеть на жопе ровно за чей-то счет. На мой характер вообще, блядь, чтобы я еще под кем-то ходила ради чего-то. Сейчас. Так, по-моему, да, надо здесь повернуть. Опа, Америка, Европа. Бля, Илья рано повернула. По-моему, здесь. Да, вот он, первый канал. Хотите, вам сейчас покажу? Так. Как только в инсте работа, а дальше как? А вы уверены, что я только из инсты деньги имею? Я слишком умна для того, чтобы только с инсты бабки иметь. Так, открывайте ворота! Пип-пип! Здрасте! Ебать, умная. Ну еще и скорт. Да, найдите мне тех людей, кто меня ебет за деньги. Здрасте. Как мне говорят? Да. Как фамилия? Фрост. Откуда бабки тогда, если не работаешь, блядь? Если вы привыкли, блядь, как ишаки работать с 7... Спасибо. С 7 до 7, ну, блядь, у каждого своего... Ну, тут скорая дежурит, что тут опасность какая-то была. Если вы привыкли, как ишаки, работать с 7 до 7, ну, блядь, сорян. Каждому свое. Показываю тебе, да? Так, вот так, чуть-чуть. Мафия, привет передай. Мафия, салам алейкум. Давай, королева парковки Валерия Владиславовна. Становись-ка. Хуякс. Торты кому взяла? Да это подарки всякие, как всегда Ленина подогнала. А теперь... Этот, блядь, ченч. Так. Съемки всегда так... Бля, я, наверное, не буду, я, наверное, их с собой возьму. Что я сейчас буду перебываться и потом, блядь... 40 минут там или сколько сидеть. Нет, надену пока свои топотульки. Потом сюда хуякс. Не торты, а торты. Не умничай. Лера, ты лучше. Спасибо, Ли. Так, мне Мадина тут подогнала лак для волос. Я думаю. А, что он струей пшикнул? Мадина, твой лак стреляет струей. У меня уже такой кипишняк на башке. Кто, по-твоему, кто работает с 7 до 7 ишаки? Я считаю, что нужно работать не 10-12 часов. Надо работать головой. Так. Подсказываю. Я вас просила подсказать мне. Может, мне захотелось потупить сегодня. Чего вы мне жизни учите? Жизни пусть меня учит моя мама. Или сама жизнь. Ну, точно не вы. А тапки потом куда? Тоже сумку? Нет, я же буду в гримерке сидеть. Делаю отдельную рубрику. Ну, голова, видимо, рабочая у тебя, да? Ну, если тебе так хочется, думай.
Так. Швабра и ртом, и жопой ты работаешь. Конечно, еще и писькой. Давайте, расскажите мне о жизни, блядь. Посмотреть, видите, как выглядит. Ой, подождите. Обратная сторона Первого канала. Здравствуйте. Спасибо большое. А куда я иду? Какую? Меня проведете? Спасибо. А в 10 начнем, как думаете? Буду, глупый вопрос, да? Главное в 12 начать, да? Он же изначально в 11 стоял. А, серьезно? Ну, я не знаю, почему. Какая прелесть. Мне сказали к 9 приехать, но я думала, ладно, приеду попозже. А это там уже? А павильон, подожди, а павильоны этот, детектор, они соседние получаются? Да, а? Все здесь, да? Так, я хочу в туалет, блядь. Ладно, все, спасибо большое. Здрасте. Здрасте. Вот такой Первый канал. Ну, смотрите. Видите там? Так, ты на любимку на арт. Да, я сегодня поеду. Здрасте. В среднем съемка, ну, час где-то плюс-минус. В качестве эксперта. Туалет я пошла, выхожу из эфира. Прямую трансляцию проводить оттуда не буду. Всем пока.